Всем привет! Доброе утро! Рада приветствовать вас на своем канале. Хочу показать орхидеи, которые я все, которые планировала выставить на улицу, я их вынесла. На этом стеллаже в тени у меня стоят бульбофилумы. Как и прошлое лето, они стоят вот на таком стеллаже. Разместила здесь лоба, потом вот у меня... Я вам их недавно всех показывала вот на пробковой коре. Вот здесь бульбофилум стоит. Те, которые вот высокие, я их сюда поставила. В том году они здесь цвели некоторые. И, в общем-то, здесь полутени, поэтому для них это самое такое хорошее место. Вот такая вот нижняя полочка пошла. Здесь тоже бульбофилумы. У меня здесь водичка стоит, чтобы опрыскать. Вот сейчас 8:30 утра, 63% влажности и температура 19,6. Вообще у нас обещают тепло, но сегодня ветер, прохладный ветер. Так, не спускаемся. Здесь тоже. Вот посмотрите, мой Анандалей на фросте, какой у него вырос новый рост, хотя недавно я его показывала, ростик был поменьше. Сидерею японику я сюда принесла, пусть погуляет, вот, пусть постоит. И вытащила сюда хроелки все свои, вот их сколько много. Я каждый раз хочу снять видео про них, они цветут беспрерывно, такая прелесть, пахнут цитрусовым таким вкусным ароматом. И вот решила я их тоже сюда поставить, полутень, пусть они погуляют. Очень много бутончиков, она цветет беспрерывно, но я как-нибудь сниму ролик, потому что всю зиму она цвела, цветочки отцветают, заново зацветают. Вот такая прелесть. Так, отцвел мой лачойхилум, вот этот, который собачка клубникой, он так и не запах, но цветочек держался очень долго, наверное, месяц, и вот только-только вот он засох, вот он отвалился, так что он тоже у меня здесь висит, подвесила. Так, вот этот вот мой экзотический, тоже я его спрятала сюда в тень, чтобы листики у него там были бордовые. Здесь вот тоже, вот смотрите, какой новый рост идет. И не один, а два. Всех я их не показывала, но вот они у меня здесь стоят. И, конечно, я надеюсь, что кто-то зацветет. И вот здесь два шикарных роста. Вот смотрите, вот раз и вот два. Это у меня мастерианум. Я надеюсь, что он зацветет. Очень хорошо он так двинулся в рост. Так что вот опять на этом месте, на этом стеллаже, разместила я свои бульбофилумы. Так, здесь я соорудила такой столик для орхидей, которым тоже нужна тень. И вот здесь шикарно расцвел, я его показывала, зигопетал. Смотрите, какой красивый. Тоже в том году они стояли на этом месте до осени. И вот сюда опять я все составила свои зигопеталумы. Так, это новое у меня. Получила я позавчера посылку зиганисия Мурасаки Комыч. Посадила. Вчера я ее посадила. Так, здесь проминея, потому что она стояла на солнце. Мне что-то не понравилось. Так, и немножко про проминея я, наверное, скажу. В общем-то, она прекрасно росла у меня всю зиму. Единственное, что, значит, я ее опрыскивала по листу удобрениями, но у нее просто вот на нее какая-то бактериалка, она постоянно, у нее желтятся листья, приходится удалять, она была более такая пушистая, это вот все, что от нее осталось. И вот выставила я ее на солнце и решила потом перенести в тень. То есть вот здесь вот новый рост, он пожелтел, в общем, тоже такое растение, я могу сказать, что, в общем-то, непростое. Вроде не опрыскиваешь, да, и удобряешь по листу, а потом бах, и все листья желтеют. В общем, как-то, не знаю, сложновато с ней понять ее. Ну, вот долбит ее бактериалка, просто я в шоке. Ну, вот надо мне их еще тут все обработать.
нее от этой болячки тоже. Непонятно, что ей надо. Такая была пышная, зеленая, потом бац. И вот так вот. То один листик, то два, то сразу три листика. Ну, в общем, теряет листики. Пока с ней я не очень справляюсь. Но в том году она цела, я ее показывала. Здесь у меня трихопилия тоже убрала, солнышко, листики. У нее начали уже там подгорать. И вот тоже поставила на солнце, на свою голову. И вот это у меня рассиоглоссум. И вот тоже два листа ему спалила. Быстро сюда принесла. Так, зигопиталумы, зигопиталумы. Анцидиум эквадорский. Ну и вот эти вот свои фраги. Они здесь так и стоят. Цветочком. И вот здесь на этой полочке они будут. А осенью у меня солнечное место. Только что вот я с балкона спустила сюда цимбидиумы, потому что, ну, хочу, чтобы все были вместе, потому что эти были на балконе, забывала их поливать, и вот тоже вниз их принесла, чтобы уже поливать и все сразу вместе. Вот такой стол. У нас соседи выставили вот этот стол, и я с ними связалась, спросила, нужен он им или нет. Они сказали, нет, не нужен, забирайте. Я его забрала, и вот так вот он по размеру сюда подошел. И быстренько я сюда поставила котлей. Котлей у меня давно уже на улице, они уже тут у меня загорают. Смотрите, какой уже лист. И вот все свои котлейки, я их пересадила. Танечки румянцевые тоже пересадила, что-то ей не очень все это нравилось, посадка. Вот решила я ее пересадить. Вот такую сделала посадку, пробковый горшок. А вы знаете, эта котлея, она всю зиму была с чехлом, зеленым чехлом, но так она и не процвела. Чехол у нее засох, но вот у нее есть новый рост. Надеюсь, она тронется хотя бы с этого ростика, потому что здесь ничего не произошло. Помылом финей я ее обрезала. Я у нее отрезала старые бульбы, потому что она шагала вперед, и места ей уже не было. А горшок такой классный вообще, она в нем очень хорошо росла. Грунт я оставила тот же, там и пемза, и кусочки пенопласта, и вот побольше насыпала вот этих белых камушков. И кора здесь, и уголь, и в общем-то ей такая посадка нравилась. И у нее вот два вот таких вот на этом, и вот там тоже. Вот такой жирный новый рост. Но чехол, который у нее был зимой, еще один. То есть она цвела шикарно, но вот он тоже засох. И, скорее всего, она не процветет. Ну, я надеюсь, что потом зацветет. Так что вот здесь все вместе. Цимбидиумы. Бросоволки мои тоже себя прекрасно чувствуют. Подзагорели уже тут на солнышке. Тоже я их выставила давно. В принципе, у нас тепло. Так, и вчера вот я уже вынесла все свои анцидиумы. Сейчас я вам покажу свой ангрекум. Ангрекум у меня за зиму, он у меня с того года, с лета, да, и он выдал мне 4 новых листа у меня. Вот сейчас растет 5-й лист, и у него вот такой новый корень. Тоже поставила его сюда на улицу, пусть гуляет. У него были пятна, некоторые листики я замазывала квадрисом. Ну, непонятно, пятна не развиваются, не продолжаются, но на всякий случай я их замазывала. Но вот радует то, что у него и новый лист опять, и вот корень вообще меня порадовал. Так. И вот все свои. Здесь вот тоже котлейка. Морковку я сюда принесла. Морковка тоже так хорошо пошла. Сидела. Вот какая она уже. Не знаю, зацветет ли. Ну, тоже выставила на улицу. Так, это моя Масаи Ред. Тоже вот такой огромный новый рост дала. Здесь тоже котлея. Ну, в общем, здесь мои все камбрии. Вот их целая куча у меня оказалась. Вот здесь вот. И теперь все это будет на улице. И надеюсь, что они зацветут. Дендробиум давно у меня уже стоит. У него там
Вот два новых роста. Но у меня такое впечатление, что дендробиуму у меня очень нравится расти. Но никак не цвести. Не знаю. Вот, здесь тоже вот такой вот новый рост идет. Лекаста тоже у меня здесь стоит, оставила ее. Так, это мельтония, по-моему. Да, это вот Леночка, соседка, мне давала. Но не идут они у меня. Вот она как сидела, как она мне ее отдала вот в таком состоянии, так она всю зиму и просидела. Ничего у нее нового нет. Ну, вот единственное, что я не понимаю, это вот это растение. Я не знаю, что ему надо. Все растут, а это никак не хочет. Так, здесь тоже у меня... О, здесь уже и цветонос. Боже мой, я же вчера выносила, ничего не было. Посмотрите. Вау, какая прелесть. Я вчера не видела. Это у меня... Это магазинный паучок. По-моему, это паучок. Да, я их показывала, я покупала такие паучки. Ой, как зацветет, покажу. Надо же, какой молодец, новый ростик. Но он очень хорошо за зиму рос. Вон, посмотрите, у него полный горшок новых ростов. Это он всю за зиму мне растил. Вот, и это тоже вот шелоп. Тоже он хорошо растет. Но когда он зацветет, не знаю. Так, Ирочкин цимбидиум из Греции. Вот такой новый у него растет ростик. Он большой стал. Тоже у меня здесь стоит. Так что вот такая куча. Здесь опять висит моя котлейка в лесном кашпо. Таком. И у нее очень много новых. Вот у нее новые. Где-то еще у нее там было. Вот там новый рост идет. Теперь есть возможность ее носить домой, замачивать. Вчера я сверху все полила. Так что вот она у меня здесь висит. Опять на своем месте. Так, вот здесь у меня герань, надо ее отсюда перенести. Так что, ну я вот только вынесла. Сейчас немножко погода наладится. Ближе к вечеру я, наверное, все их опрыскаю, листики помою. Вот, и вот так вот все мы расположились на лето. И вот здесь, на этой полочке, все мои орхидеи будут наслаждаться. Просолока хорошо начала расти. Я ее хотела подвинуть, потому что она, ну, уже мало ей было места. Но так пришлось ее хорошо подвинуть. В общем, она по центру. Вот новый рост, вот новый рост, тут вот новый рост. Я говорю, они уже все сгорели от солнышка. И вот так мы разместились. Ну, как что зацветет, конечно, я вам обязательно покажу. Это вот тоже этот паучок. Два тогда я покупала в том году. Он вообще такой жирный стал, так разросся. Надеюсь, тоже выдаст мне цветонос. Так что это все, что я планировала выставить в сад на улицу. Фаленопсисы у меня дома, вот кроме сидереи. Остальные все дома, я их выносить не буду. Ну, может быть, упрямцев своих я вынесу. Сделаю им стресс, который таким-то чудом зацвела. Потом вот она опять не хочет цвести, я ее показывала. Такая красивая орхидея. Так что все мы гуляем. Все мы на улице. И вот здесь на подоконник. Здесь темно. Ну, не темно, здесь просто не... солнце рано утром бывает. Здесь стоит моя целогина. Целогина у меня давно на улице, и она стояла на солнышке. И вот у нее произошла беда с листиками. Целогина у меня не зацвела в этом году. Ну, я не знаю, надеюсь, на следующий год. Некоторые бульбочки у нее засохли. Тоже пока что-то я не пойму, что ей надо. Муриана моя, тоже у нее был новый рост. Отсушила, тоже непонятно. И вот свою неофинитию я тоже сюда поставила. На улицу в таком коре, квадратном айрконовском горшочке. И вот тоже здесь будет где-то гулять. То есть вот здесь такие вот у меня растения. Ну, целогина она в том году здесь и стояла. Ей, в общем-то, здесь хорошо и не жарко, потому что вот на солнце, говорю, вот такое вот произошло. Опять на прежнее место я повесила стенгопею. Вот она здесь висит. Я ее не поливала, наверное, месяц,
надежде, что где-то откуда-то появится цветонос. Ну, не знаю, может быть, она очень маленькая, и пока ничего у нее нет. И, в общем-то, я начала опять ее поливать. Может быть, проклюнется, а может быть, нет. Так что вот такая вот стенгопея висит на подвесном таком. Ну, это ее горшок, где она у меня живет. И просто вот такую сделали ей цепь, чтобы она здесь висела. Так что стенгопея тоже на улице. Вернулась к этому столику вот из новых Диканисия Мурасаки комоч. И еще у меня есть новая орхидея. Сейчас я до нее доберусь. Амезиэла мантикола. Две таких растюшки я получила. Это из Германии. То есть, ну, они были куплены не на выставке, а уже потом в теплице. Это Попов. Теплица Попов. Вот такие две малышки. И вот они у меня тоже здесь стоят. Они были на блоке, на маленьком. Я их пересадила в горшочек. И вот сюда поставила. Так что у меня пока вот две новые орхидеи. И у нас теплые, солнечные. Вот сегодня дует ветер, а ночи у нас прохладные. И вот, в принципе, я думаю, что вот эти прохладные ночи поспособствуют, что орхидеи начнут давать цветоносы. И как будут какие-то результаты, я вам покажу обязательно. Вот очень жалко, что у моего Россиоглоссума поджарились листики. Что-то я не подумала сразу его поставить в полутень. Такой немножко некрасивый. Такое видео. Всем пока и до встречи на моем канале.